Более 75% районного бюджета в 2016 году планируется израсходовать на социальные программы. Самая значительная часть средств пойдет на развитие сферы образования. После перераспределения полномочий некоторые задачи, например, дорожное строительство, полностью перейдут от поселений в ведение района и будут финансироваться за счет межбюджетных трансфертов. Доходная часть бюджета увеличена на 2016 год на 140 миллионов 930 тысяч. Это касается субсидий, субвенций из вышестоящего бюджета, иных межбюджетных трансфертов от поселений и относительно прочих безвозмездных поступлений от юридических и физических лиц. Что касается расходной части бюджета, аналогично, расходная часть бюджета увеличена на 140 миллионов 484 тысячи рублей. Доходы бюджета в 2016 году составят 11,5 миллиардов рублей, а расходы 11,7 миллиарда. Основной финансовый документ района был депутатами поддержан. Теперь главная задача администрации – обеспечить наполнение районной казны, чтобы профинансировать все предусмотренные расходы. Многое в сегодняшней экономической ситуации зависит от эффективности управления муниципальным имуществом. Именно эти вопросы повестки Совету озвучил председатель профильного комитета Денис Гинтов. Так, федеральным законом номер 131 установлены общие принципы формирования составов муниципального имущества в муниципальных образованиях. Передача муниципального унитарного специализированного предприятия и муниципального казенного учреждения городского поселения Одинцово осуществляется в целях обеспечения надлежащего исполнения органами местного управления полномочий, а также удовлетворения населения городского поселения Одинцово качественными муниципальными услугами. Всего в ходе декабрьской сессии было рассмотрено более 20 вопросов. Среди прочего, депутаты утвердили и перспективный план работы районного совета на 2016 год. Петр Горохов, Евгений Муравлев, телекомпания «Одинцово».